Нет! Все! Я так больше не могу, голова кружится! Меня тошнит! Сколько можно орать? Я тут отдохнуть пытаюсь! Че разорались-то нафиг? Че ты куда хочешь нафиг? Деду плохо как бы, нет? У него температура! Ой, плохо мне, плохо! Меня сейчас тошнит! Значит, слушайте меня сюда! Я пытаюсь отдохнуть, и если я еще хоть раз кого-то из вас двоих услышу, я за себя не... Где таблетки? Вот таблетки! Чё? Чё вы тут орёте, а? Она ведьма! О, господи, боже мой. Я вообще впервые на самолете лечу. А если мы что-то там потеряем? Или того хуже, вообще разобьемся. Кстати, а где туалет? Вы не видели тут туалет? Мне нужно там таблеточки выпить, ручки помыть, пописить, покакать. Тут вообще есть туалет? А где туалет? Ну, прогуляться надо, там кости размять. Я уже не молодой, собственно. Где туалет-то? Ты не видел? Вон там. Вон там, да? А ну, выходить, проводи меня. Куда проводить? Куда? В туалет. Может, ты его тогда проводишь, а? Прямо по коридору, дед, иди сам. Да не пойду я сам, вы что отведёшь? Может, он вообще там? Дед, иди уже, взрослый человек, в конце концов, а? Да куда же я сам-то пойду? Ну, проведи меня за ручку. Тут прямо по коридору, какую ручку? Да я заблужусь тут. И вот на кого ты деда оставил? Он ж его утопит в этом туалете. Я оставил? Да я тут вообще ни при чем, я не понимаю, какие туалеты, какие деды, какие таблетки, какой херейт, откуда он вас... Надоело! Я не знаю, что может испортить эту поездку, я ему тыкаю в одну сторону, он идет в другую. Мы, мне кажется, мы в конце разобьемся еще. Какого лешего так сильно трясет? Куда херейт улетел? На так? Дед! Стюардесса! Где все, я не понимаю? Куда все росли? Это что нафиг сейчас было? Что бабахнуло-то? Куда мы улетели-то? Куда мы прилетели-то? Мать ты моя женщина. Вот тебе и мягкая посадка, дедуля. Не хотел лететь? Вот тебе экстренное приземление. Херейт! Жив? Цел? Ничего себе там не сломал? Вставай, давай уже нафиг. Хватит тут это кашля. Поднимайся давай. Жив? Да башка гудит. Не могу. Где вы? На отдыхе, херейт. Поздравляю тебя с мягкой посадкой. Прилетели туда, куда планировали прилететь. Только самый главный вопрос. А где нафиг все остальные? Не говори то, что... Иксданил? Так ты голову с пола подними, тогда я начну понимать, что ты там говоришь. Расталкивай его. Вставай там! Вставай там! Господи! Ты двумя глазами видишь или одним? Все наполовину обрезано! Что случилось? Все остальное на месте? А где Хрейд? Секунду. Вот я! Вижу! Господи, что нафиг мне делают? Ты куда? Нафиг мы приземлились? Это не Таиланд, не Мальдивы, не Египет. Нифига себе хороший у нас отдых сейчас будет. А где Наташа? Она же передо мной летела! Где Наташа? Алло! А где все остальные? Иди там еще раз просмотри, там, может, мы кого-то потеряли среди сиденьев! Иксданил, нам надо выйти с самолета, ну, или точнее, с того выйти, что от него осталось, и пойти посмотреть, не выпал ли никто куда-то в другую часть, дед. Дед перед нами, в обломках валяется. Я не верю всему, что сейчас происходит. Это какой-то кошмар. Бери топор. Бери топор, господи, я если спрыгну, я подохну, у нас нафиг одна жизнь, вот так медленно, и вот так за мной, давайте сюда, побежали, самое главное, не сдыхайте, бутылка,
воды заберем на всякий случай. Вдруг дед, ты хотя бы живой или нет? Вставай, давай. Живой, живой. Тоже кашляет, это значит живой. На водичку попей. Вставай, вставай, вставай. Подъем давай. Пей водичку. Пей. Давай, давай. 100% станет лучше. Ты живой? А где папа? А где мама? Я уже был близко. Верни меня туда, верни меня туда. Дед, нет, еще надо пожить, еще надо пожить. Дед, еда. Еда. Лови еду. Мясо. Только перо нафиг выпало, ладно. Где Натаха? Где все остальные, кто с нами летел? Кто с тобой еще с самолета выпал, дед? Я не знаю, кто-то да выпал, я видел, как кто-то улетал через этот иллюминатор. Давайте так, идите сюда за мной. Господи, я бегать даже нормально не могу, у меня голод. Ё-моё. Давайте так, перед тем, как мы пойдем всех остальных искать, надо найти какие-то припасы. Забираемся обратно, сейчас, подождите, дайте я туда обратно заберусь, забираемся обратно, добываем все, что там в самолете осталось, рассматриваем сумки, добываем сначала полезные ресурсы, а потом идем всех искать, бутылку забираем, деньги, нам нафиг нужно, ты не узнать, куда мы попали, рассматриваем бутылки, смотри, херает вот это между всеми креслами, вдруг здесь что-то еще есть полезное. Да я между креслами уже 3 раза посмотрел, Наташи нигде нет, где Наташа? Так, да успокойся со своей Натахой, здесь что, у нас внутри шприц, бинт, зажигалка, витамины, так, это аптечка. Все, что здесь есть, все с собой забираем, и в целом я предлагаю даже вот это с собой забрать. Бутылка нам тоже, да я не хотел витаминами вкидываться. Самое главное, воду, наручные часы заберем, это, наверное, мои, и здесь еще один, здесь все завалило. Херейт, забирай пожарный топор, у меня есть уже один, он нам 100% пригодится. Все, давайте на улицу тогда выходить, кто-то пить хочет? Я хочу, у меня башка раскалывается, дай воды попить. А я еще жрать хочу. Просто неистово. Так, аккуратно спускаемся и не подыхаем. Нахер и тут еще что-то осталось. Забирай. Ты что, всю воду-то выпил? Мне рану промыть надо вообще-то. Ты видишь, что у меня глаза нету. Их сдаю, твой глаз можно промыть в любой речке. А питьевая вода у нас сейчас редкость. У меня есть еще бутылки. У меня есть еще раз бутылка, зажигалка, витамины, бинт, я не знаю. На бинт перебинтуй. Вдруг поможет. Идемте сюда, господи, нафиг. Чемодан! Витамины. А других таблеточек там не найдется? У меня башка болит, поищи, пожалуйста. На, жахни витаминчиков. Вдруг поможет, я не знаю. Ну давай попробуем. Все, ибупрофенчик, нормально? Смотрите, смотрите все чемоданы, ё-моё, нафиг, вдруг тут что-то деньги забирайте все, что здесь есть, мы не знаем, что нам на этом острове рано или поздно вот это понадобится, фиг его знает, когда помощь прибудет, и фиг его знает, ищут они нас сейчас или нет. Думаешь, она вообще прибудет? Мне кажется, мы тут навсегда застряли, как этот остров вообще называется? Ты дурачок, у самолета есть какой-то GPS-трекер, его отслеживают, конечно, нафиг за нами прилетят. Только непонятно, где мы находимся, непонятно, когда за нами прилетят. Поэтому нам сначала надо найти всех остальных, убедиться, что у нас хватает еды, а еды у нас вообще нафиг не хватает. У меня уже так желудок начинает урчать. Что поесть, что попить и где нам... Сколько сейчас времени? Вообще-то день или ночь? Да фиг пойми, дождь идет, тучи, непонятно где солнце. Еду бы найти, там в самолете же полюбаться должно быть. Идите, иди обратно, я все рассмотрел, все, что там было. Больше я в самолете ничего не видел. Идите сюда, господи. Самое главное, чтобы мы среди всех этих людей... Не надо, не... Так, сейчас день. Хватит, вот и еда нафиг. Он украл! Он у меня топор украл! Бери топор! Долите его нафиг! Что это? Я нафиг! А ну не сюда! Как это у меня из рук топор вырвало? Что это чайка? Это орел? Это... Верни топор! И перья сюда обратно! Аккуратней будьте, фиг его! Радуга! Хоть какая-то нафиг красота после... После этого самолета крушения. Так, идите за мной, пойдемте в другую часть этого самолета и смотрите, если вдруг найдете каких-то людей, кто еще дышит, или хотя бы какие-то чемоданы, осматривайте их. Я сразу говорил то, что не надо нам никуда лететь. Не закончится это хорошо, на поезде надо ехать.
На поезде через океан. Ты где-то видел, чтобы поезда через океан плыли? Значит, проплыть, но явно не лететь. А, нет, я каждый нафиг год летаю по несколько десятков раз. И такая фигня в первый раз. И надеюсь, что последний с нами происходит. Хрен, ты там внутри не потерялся, нет? Мужики, я тут еды немного нашел. Это, в чемоданах у кого-то печеньки валялись. О! Вот, возьмите, 6 штук. Давайте поделимся, чтобы всем по чуть-чуть досталось. Сюда отдай, а то мое кто-то забрал. Спасибо огромное, но только жизни, к сожалению, я себе полностью восстановить с этого не смогу. Срочно надо найти какое-то животное и вот на этом огне его приготовить, чтобы было что кушать. У меня только перья есть. Нам бы хотя бы паутину какую-то найти, палки добыть вот в том вот в лесу из деревьев. И пойти рыбу нарыбачить. Только пока еще не потемнело, нам надо определиться, где мы будем эту ночь пережидать. Тихо. Я вижу еду. Тихо. Енот. Медленно доставай топор. Енот? А мне пофиг. Давай с двух сторон. Не спугни. Аккуратно. Я спереди. Ты за... Вдвоем! Нет! Ты нафиг мне по башке шатарахнул! Это енот! Да нет, ты... Я не похож на так... Еще раз! И что с него выпало? Что с него выпало? Тут перья какое-то валялось. Ничего с него? Нет, с него нафиг никакой еды. Пойдемте в лес. Хотя бы добудем. Собирайте все, что видите. Хотя бы добудем деревья. И хотя бы, я не знаю, если получится найти паутину, хотя бы... Паутина. А как это может быть? Только что они говорили, а она тут. А ты выпадешь? Тут кто-то был. Почему факел горит? Похоже, здесь кто-то был. Зажег его и ушел. Че у тебя там? Че? Опарыш! О, трупная... Ты хочешь пап... Ты... Хватит нафиг! Да хватит! Кто зажег меня? Нет! Мой опарыш! О, иди лови его! Почему? Что на... Радует, знаете, что... Что ты... О, да хватит за вороной гоняться, Иксанил. Радует, знаете что? Что этот остров не заброшенный нафиг. Если тут кого-то... Крест... Есть, ну, это значит то, что тут хотя бы есть люди. Это уже самый крафт самодельной бомбы. Что ты сказал? Какой крафт? Вот. Что это нафиг такое? Какой-то треугольник, смартфон, часы и бутылка. И потом что-то из этого полу... Это крафт, реально. Мат-плата. Только у меня всего этого нет. Подожди. У меня есть смартфон, у меня есть бутылка и у меня есть часы. Раз, два, три. Только у меня нет материнской платы, которая тут нарисована. Вот такая вот плата, я ее там в самолете нашел. О! У! Что я нафиг сделал? Самодельная бомба? Ты как из телефона, часов, платы и еще чего-то бомбу смог сделать, ты? Вот, крафт был, я просто выбросил то, что там было нарисовано. И у тебя получилась самодельная бомба, ну капец! Как ты видишь, да? Ты не думаешь, что это немножко опасно? У нас и так достаточно взрывов. Вот-вот, надо поаккуратнее быть, нам уже достаточно взрывов. Так, это палки? Это палки. Забираем палки, палки забираем. Это мы забираем и добываем, помогая Хрейт, у тебя тоже есть один топор. Добываем вот эту вот нить вот сюда. Да, господи, быстро. Так, Иксанил, на, это тебе забирай, сгоняй в лес, добудь дерево, скрафти верстак, иди вылови хотя бы пару рыб. Нам надо что-то кушать. Я в любой момент могу урон получить и сдохнуть. Чем я тебе дерево добуду? У меня нету даже топора никакого. Дай ему на время свой топор. Дай, он потом обязательно тебе его вернет. Вам не кажется, как будто бы здесь что-то нафиг есть? На что это похоже? На обычный каменный навес. А мне кажется, как будто бы это необычный каменный навес. И если здесь находился вот этот вот крафт, с помощью которого я скрафтил самодельную эту бомбу... Слушай, а может быть... я ее поставил. Стой! Ты... А, что делаешь? Ты что натворил? Она тикает, ядро, она тикает! Я глаз...
Ты что делаешь? Я сейчас заикаться же начну. Хватит уже что-то бахать. Полезная нафиг дичь. Еще и пулышник добыли. Факел. Нужен факел. Подожди, сейчас факел добудем. Если он, конечно, добудется. Добыл. Только он не сломался, мать моя женщина. Есть чем посветить туда вниз, потому что... А то, что здесь какой-то спуск нафиг, это нормально? Я вообще понятия не имею, какой спуск еще? Куда мы нафиг попали? Что здесь нафиг происходит, я не понимаю. Что за шахта? Что за спуск? Куда наш самолет упал? Что это? Иди за их за ним. Иди за их за делом, скажи, чтобы он бы это не делал, никакую удочку. Нам срочно нужны 3 кирки или лучше 4 сразу. Мы спускаемся туда вниз. Раз мы что-то дошли, значит посмотреть, что там внизу идет. Может там какой-нибудь бункер? И мы там сейчас как найдем много еды, тушенки и тому подобное. Может быть, водичку пить хочешь, пока их нет? Держите. Давай. 6 штук. Ну, сразу в первую очередь делаем верстачок. Вот так вот. И каждому по одной кирочке. Мне с Херейдом по каменной, а вам бесполезнейше по деревянной. Забирайте верстак и потопали туда вниз. Господи, лишь бы не умереть. Ебо, как... Шахта. Это шахта. Это шахта. Тут логично то, что будет темно. Я понял, но она какая-то странная очень. А я забыл спросить, а зачем мы сюда спускаемся? Здесь тоже есть чемоданы. Подожди, если я перебинтуюсь, я хотя бы... Я могу. Я реально каждому по бинту. Если перебинтоваться вот так вот, то можно вот это, хотя бы здоровье немного восстановить себе. О, ты меня как раз топором ударил. Да, ты меня перед этим чуть не убил. Так, и у меня есть еще зажи... Древняя какая-то шахта. Ну, я хотя бы... Что за звуки-то... Там оттуда какие-то звуки исходят, мне кажется. Говоришь, оттуда? Мне кажется, оттуда. Пойдем вверх. Туда, обратно. Ломай. Добывай. Все, что здесь есть, если мы ни на кого не агрессируем, никто не агрессирует на нас. Это закон природы, понимаешь? Поэтому все, что уголь добываем, полезные ископаемые, кто-то железо забрал, которое я там добыл. Нет. Иди забери железо, которое я там добыл. Что, кстати? Кстати, насчет агрессии. Икс, Данила, ты мне топор вернуть не хочешь так? На всякий случай. Дед. Какой топор? Я тебе дал же. Иди сюда. Только никому. Одна тебе, две мне. Вот, зато прикрывайте меня нафиг со спины. Где? Добываем все, что здесь есть, и сваливаем. Самое главное найти какую-то еду, потому что без еды мы и дня здесь не продержимся. Пофиг, все, что здесь есть, я не знаю, что это за фигня. Добывайте, вдруг она тоже нам пригодится рано или поздно. Палки. А вам не кажется, что чемодан до сюда точно долететь не смог после взрыва? Его точно кто-то сюда притащил. Господи, давай... Мы не будем строить никакие теории, пожалуйста. Все, что здесь было, мы добыли. Да. Шахта, я бы сказал, заброшенная какая-то, не заброшенная. В смысле? Ну, тебя не смущает то, что здесь свечи, факела горят, и там снизу какие-то провода? Я, возможно, поздно задал этот вопрос, но зачем мы в целом сюда спустились? Может, поднимемся обратно? Может, там помощь прилетела уже? Можете, конечно, туда подняться, но... Как будто бы, знаешь, за 20 минут после крушения, Херейд, помощь вряд ли в другой конец мира сможет прилететь. Я даже не понимаю, где мы сейчас находимся, не? Так тут лестница есть, дуралей. Дурачок, я железо добывал, я вот это...
все спускайтесь. Что это за цоканье? Что это за цоканье? Куда? Дед, это у тебя, Костя? Ты сейчас... Нет, нет, у меня все нормально. Назад! С такой высоты. Ты же справишься. Я? Нет, как? Нет, чем, нет? Идиот. Да что ты, давай. Идиот, Велика, нам надо нафиг ее завалить. Там же этот чемодан находится. Там еще куча чемоданов. Там железо. Нам надо все добыть и выбраться на поверхность. Это же просто обычная гусеница. У меня арахнофобия. Ну ладно, я... Арахнофобия, это... пауков, а это не пауки. Ты ее завалил? А да, вот ножки валяются. Не надо ее есть, пизда, мы их зажарим и поделим на четверых. Спускай, заберите у него ножки. Спускай, только не разбейтесь. Пожалуйста, отдай сюда ножки. Отдай ножки, я знаю, ты ее сожрешь, а у нас и так еды. Мало, бинт. Все, что здесь есть, все забирайте рано или поздно. Подожди. Что это нафиг такое? Рукастый. Несут. Какой-то эндермен. Я здесь, я не один. Беги. В пещерах монстры. Я понял. Мы в каком-то социальном эксперименте. Это все подстроено под сценарий, и мы скоро вернемся домой. Да? Не оборачивайся. Я увидел. Экстадил, не поворачивайся. Куда? Там никого нету. Уже никого нет, их занял. Шприц. Но только что здесь кто-то был. Пожалуйста, не отставайте. Вот заберите все деньги, заберите бутылки, все, что здесь. Клетка нафиг какая-то. Все, что здесь есть, мы все забираем. Потому что никогда не знаем, что нам рано или поздно пригодится. Так. Здесь какая-то клетка, здесь какие-то доски. Чисто гипотетически топором их можно разрубить? Ну да, топор у меня есть. Я сам, подожди. Хорош. Гречка! Что? Где? Эд? Хрейд? Вы живы? Что здесь? Что вы делаете? Это ты что напи... Я не знаю! Боже мой! Вы мои спасители! Что тут нафиг происходит? Вы где вообще? Ты как здесь... Я не знаю! Ты как здесь... Я ничего не помню! Как ты здесь оказалась, если мы в одном самолете летели? Я вот только и помню, что мы сидели в самолете. Произошел какой-то взрыв. У меня потемнело в глазах, и я очутилась в этой камере. Как давно? Как давно ты здесь очутилась? Я не знаю, я сбилась с счету времени. Я просто очутилась здесь. В смысле нафиг сбилась с счету времени? Сколько времени прошло после крушения? Я-то откуда знаю? Минут же 10!
10 минут прошло! Я верю, что она режиссер этого социального эксперимента. Да ты же все это подготовила, ты, да? Совсем, что ли? Как? Кто тебя сюда притащил? Если бы... не знаю, я не видела, я в отключке была. Как я могла видеть? Если чисто теоретически Гречка успела проснуться и снова уснуть, то сколько мы в отключке в этом самолете валялись? Я нафиг не знаю, сколько мы в этой отключке были. Дед, иди забирай грибы, хотя бы их покушай, я не знаю. Хотя бы кому-то какая-то еда будет. Сколько времени тогда прошло, если мы все это время были в отключке? Скажите мне, пожалуйста. Нафиг палки выбрось, заберите шприц, это все нам пригодится. Это все. Приятного аппетита, дед. Оп. О, оп. Молодец, едой не брезгуют, хотя бы вот это. Что... Вкусненький такой грибочек. Мне прям понравилось, знаешь, что такой. Кусочек вот это вывалился. Вот под... подбери его, он у тебя на шее где-то там. Так. Слушайте, я предлагаю тогда нафиг отсюда выбираться, пока это чучело кто... Это кто нафиг? Это у тебя надо спросить. Ты здесь в этой пещере тусовалась все это время. Я же говорю, в отключке была. Ничего не видела. Наверное. Если она не зажрала гречку, значит, что-то тут еще. Нет, что-то точно защищало от гречку от этого монстра. Наверх. Поднимайтесь и выбираемся на самую поверхность. Больше нам в этой пещере ловить нечего. Нет. Мы просто... Мы туда. Мы... Да, как здесь нафиг выбраться? Где выбор? Где выход? Где выход? Где выход? Где выход? Где? Беги! Я бегу. Я не знаю, сколько времени прошло. Я не знаю, сколько времени мы здесь уже проводим. Я не знаю, сколько времени мы были в отключке после того, как вот этот шандарахнулся самолет. Но если гречку что-то утащило в пещеру, и она все время была там, и ее там никто не сожрал, что-то нафиг максимально странное на этом острове происходит.